Что ж, наш первый паровозик сегодня. Пашка побежал одевать сапоги. Очень плохо. Меня луна светит. Подожди, подожди, что-то он там. Сошел. Ну, небольшой. Да, ну. Что-то его не фиксировало. Так я его выводила и справа выводила, и довыводилась. Слабы не давала? Нет, слабы не давала. Дай бог нам терпения. А погодка-то шикарная. Солнышко светит. А нам мозг уже весь выколупал этот карп. Очень осторожен. Оп! Есть первый красавец. Чешуй. Чешуй. Ну ладно, хоть такой. Же хоть такой. Вот наш первый, наконец-то, долгожданный, очень долгожданный карпуш. Блин, хороший. Называется. А тянет-то нормально. А чё так тянул-то? Блин, как ненормальный. Хороший, говорю. Ой, какие они все обманчивые, а? Ой. А тянул-то, а? А тянул-то. Как будто взрослый. Как будто реально взрослый. Да! Ой-ё! Реально? Реально паровоз. Пашка, фонари. В дождичек. Я же говорила, взбодрить дождичек. Дождик взбодрил. У-ху! Я посидел. Приходи почаще. Видишь? О, вижу. Хороший? Хороший, я вижу. Это не зацеп. Это не зацеп, Пашка. Он идет, но еле-еле. Давай, держи, я тебе передам. Доводи его до отсюда, а потом дальше мне опять. У меня уже руки отваливаются. А я еще половину не провела. Да вон, Пашка, ты уже подводишь, давай мне. Уже подводишь, Паша. Ну, сейчас как лидер показался. Когда он покажется, уже поздняк будет. Он сейчас начнет газовать у берега. Надо его спокойно довести. Ехать, так. Вон там, справа. Давай, родненький. Ух ты, ух ты, ух ты. Давит.
ты собака! Тихо, сюда, родненький, сюда, Пашка, с этой стороны. Давай, сладенький. Уходит. Да, вижу. Ну, затягивать фриксон, Пашка, он туда уже пошел. Выходи оттуда. Паш, я боюсь, что у меня сход будет, если я начну сейчас вправо так давить. Не знаю. Это выплеск был. Он сегодня плохо берет. Сейчас, блин. Давай туда. Вот он. Собака. Ага. Вот он, Паш. Вот он. Бери, хух. Есть? Ох. Ну, он давил офигенно. Чувствую, как с каким-то. Ну как, блин? Килограмм 7, наверное, есть. Ну да, конечно. Тихо, сейчас мы тебе мешочек посадим, посидишь. Ну жирный. Ну смотри, такой, как, да? Нажрался. Ух. Нажрался уже. Ух. Дал? Ага. Смотри. Это что такое? Нажрался так. Это еда? Смотри, нифига. Да. Нифига. Вот все. Видишь, смотри. Мастер-класс от Владимира. Сига, он жрал. Ну, значит, понравилась наша прикормочка. Нажрался. Угу. Молодец. Может, вешаем сразу? Нифига, фонарь убери. 7,385. Отлично. Ну, все. Ну давай. Маленький. Аккуратно здесь кочки. Разбудил нас. Гадкий. Ладно. Спасибо и на этом. А, я губы-то у него 500 раз сходил. А. Ну что ты, зайка? Вот такой товарищ посетил нас ночью. Еще одна поклевка, друзья. Thank you.
Вот. И что это? Настоящий трофей. Да тихо, 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 да тихо. А такой товарищ разбудил нас. Да что ж такое, все малыши. Что, маленький? А? Да ядрен батон-то, а чё он так жмёт? Всё? А чё так давит-то, я не пойму. Чё-то я вообще не вижу, что он не активный. Капец, у меня всё... Я вообще в шоке нахожусь просто. Вы же все насадки поменяли по 150 раз. Ну нет, опять же к этой вернулись. И опять же к этой же вернулись. Господи, уже не знаешь, что ставить. Мелочь атакует. Крупняк не подходит. Натягивай, натягивай. Давай, 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 давай. Поехал, поехал, Пашка, давай. Ху-ху. Паровозик небольшой. Мелочь. Ну как небольшой. Угу. Давай. Карась. Да. У нас... А, нет, это чешуй, Пашка, чешуй. Отцепился. Чешуй. Оранжевенький вафтерс. Ах, выручает нас уже не первый раз. Отцепился, зараза. Вот он. Оранжевенький вафтерс поймал чешуя. Побольше бы. Друзья, давайте быстренько вкратце вам расскажу, на что мы сегодня рыбачили, потому что на улице очень холодно. Сейчас будем собирать вещи. Значит, рыбно-фруктовая программа у нас была. Мотыль, бойлы, которыми прикармливали. Кальмар ягоды, клубничку добавляли сладенькую, сладенький протеиновый микс ананас, перец, специи добавили такую небольшую остриночку. Ой. Это все мы использовали для прикормки. Обязательно на поводок одеваем стики. Использовали сегодня красные фрукты. Ой, перебирали, друзья, сегодня все насадки, которые были. Карп откликался только у нас на желтый вафтерс в форме дамблс. И оранжевые королевская слива, пылящие вафтерсы. Все остальное не работало от слова совсем. Так что, друзья, добавляли, как обычно, CSL-очку, чуть-чуть ликвидиков, да штормом немножко помог. Ну, что есть, то есть. Вся эта продукция есть у нас в магазине. Магазин «Рыболюб», город Кемерово, улица Сибирякова, Гвардейцев.
16. Приходите, друзья, расскажем, объясним, как это все работает. Чем сможем, тем поможем. Ну что, друзья, наша рыбалка подошла к концу. Сейчас мы покажем вам нашего единственного трофея. Карп весом 7400. Погода, конечно, непредсказуемая. То солнце, то дождь, то ветер, то затишье. В общем, крупный карп обустовал. Поэтому нам удалось поймать только одну крупную, более или менее, особь. Друзья, вот наш прекрасный карпуша, который нас порадовал. Единственный крупный экземпляр. Сейчас сделаем фотосессию и отпустим. Пошел. Пока. Всем пока. А, какой пока? У нас же еще один улов. Пока. Друзья, ну и, конечно же, это не весь наш улов. Наловили просто несметное количество. Спасибо, Павел Александрович. Несметное количество просто тузиков, карасей. Вот. Вот они клювали как из пулемета, а крупный карп бастовал. Сейчас тузиков покажем, отпустим на свободу. Пусть живут. Из насадочек, да, работали желтые, оранжевые вафтерсы. Просто кошмар. Кошмар. Друзья, ну все. Мы очень замерзли. Поэтому всем пока. До новых встреч на водоемах. Пока.